Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Oppo Find X2 Lite. И сейчас я вам покажу, как добавить фотографию к контакту на этом телефоне. Итак, открываем приложение телефон, переходим в контакты и выбираем контакт, к которому хотим добавить фотографию. Нажимаем на карандашик. И мы можем сфотографировать, либо выбрать фотографию из галереи. Выбираем фотографию. Здесь мы можем изменить размер. Выбрать область. И нажимаем на галочку. Сохраняем контакт. Таким вот образом мы успешно добавили фотографию к контакту. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пока.